Вот такой вот классный бассейн с морской водой. Здесь Порто Венере. Здесь там дальше можно пойти покупаться в море. Тут два бассейна. Это называется Ле Террасы. Террасы. Тут есть и ресторан, и кафе, и бар. Можно тут и свадьбы проводить. Очень красивый ресторан внутри. Так, мы зашли сюда. Здесь, к сожалению, нужно шапочку, чтобы плавать в бассейне. Я съела. У нас ее не было, нам ее продали. Куки нам дали желтые. Нормальная такая шапочка, да? Да. Так, только я вот вижу сеньора без шапочки. Что за неудобство здесь? Если все должны быть в шапочках, все должны быть в шапочках, правильно? Ну что, прыжок? Да. Давай. Классно? Соленая вода. И сразу рядом с бассейнами здесь у нас такой пляж. Песка, конечно, нет. Они его сделали как бы такой посреди моря, да. То есть и есть такие лестнички сделали, там будут дальше видно. Но зато у тебя бассейны с морской водой без хлорки. Очень классный бассейн. Вот такие вот лестнички, по ним вы спускаетесь, и вы сразу на глубине. Но зато открывается такой красивый вид. Так, мы сели в кафе. В ресторане я себе заказала такой салат с тунцом. Камила уже доедает тостик. Приятного аппетита! Вот получается отель Ле Террасы. Это такие квартиры. Я потом приложу ссылку на этот сайт. Очень классные здесь современные квартиры. И в принципе здесь есть тоже бесплатный пляж. Вот, можно со своими полотенцами ходить. Очень классно здесь. Тут такой маленький порт частных лодочек, яхточек. Некоторые яхты, лодки вытаскивают и хранят вот так вот в подвешенном состоянии, чтобы они были чистенькие, потому что на них скапливаются всякие разные... Что там скапливается? Всякое разное. Да. Котцы они называются на итальянском. Мускули. Моллюски. Моллюски, да. Вот. Мы когда-то чистили нашу лодку, так было 400 килограмм моллюсков прикреплено к дну. И мы идем дальше.
Мы идем сюда, и там вот будет центр Порто Венере. А вот и мама наших цветов. Это моя мама здесь отщипнула маленький листик. Это уличные такие цветочки. Вот, но они очень красиво цветут. Сейчас вот вечер уже закрылись цветочки. А днем они очень красиво цветут, открываются. И моя мама отщипнула кусочек и посадила. У меня теперь весь балкон в этих цветочках. Сажает. Просто потрясающе цветет розовеньким. Если у вас здесь есть квартира, то вам дают место для лодки бесплатно. Ну, не бесплатно, там очень-очень маленькая стоимость в год. Это как парковка машины. Тут проходят соревнования. Водное поло. А здесь культивируют моллюски. С парковками в Порто Венере, конечно, не очень хорошо. Но, в принципе, можно найти, если это будний день. Мы идем дальше, в центр Порто Венере. Вот такие у нас мусорники. Сюда ложишь стекло, сюда органический мусор. Здесь смешанное, сюда бумагу, и сюда пластик и металл. Отель 5 звезд и ресторан Пальмария. Очень хороший отель, очень красивый. Сейчас мы вам чуть-чуть покажем. Гранд Хотель. Очень красиво. Мы заходить не будем, мы стесняемся. Выходишь из отеля и сразу у тебя вся мавида на твоей ладони. Сейчас мы вам покажем, какие тут яхты. Ресторан Пальмария. Мы здесь были, конечно, такой ресторан не дешевый, но очень такие блюда от автора, как говорится. Мы один раз тут были, да? Да, с Клаудией. А, ты